Привет, друзья! Сегодня мы приготовим аджику на зиму. На моем канале, кому интересно, уже есть рецепт сырой огненной аджики на покушать на сейчас. Этот рецепт адаптирован к заготовкам на зиму. Для приготовления аджики нам понадобится 2 килограмма красного сладкого болгарского перца. Перец мы помыли, удалили семена и разрезали пополам. И 2 килограмма помидор измельчили на половинки. Понадобится нам 300 грамм очищенного чеснока и 3 стручкового острого перца. Тоже мы удалили семена из него и разрезали пополам. Понадобится нам 100 грамм 9% уксуса, 100 грамм сахара и 150 грамм соли. В начале приготовления аджики острой измельчим все наши ингредиенты блендером или мясорубкой. Вот, измельчив все наши ингредиенты, выход их составил где-то 4,5 литра. Теперь добавим сюда сахар, соль и уксус и все это тщательно перемешаем. Хочу сказать, что ацетилсалициловая кислота нам понадобится в этом рецепте как некий консервант, так как мы нашу сырую аджику не подаем никакой тепловой обработке. А нам ее нужно будет сохранить до зимы, а может быть и больше. Поэтому мы добавляем эту кислоту в нашу сырую аджику. Подготовив таким образом нашу аджику, мы ее расфасовываем по стерилизованным баночкам и закатываем ее, ставим на хранение. Хранится она при комнатной температуре или в подвале около года. Так что, кому понравилось, пожалуйста, готовьте.